Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня по вашим просьбам мы попробуем сделать большой колосок пшеницы. Для этого нам понадобится гофрированная бумага. Я использую бумагу только итальянского производства. Если вы не знаете, где ее приобрести, то я ее приобретаю в интернет-магазине «Мир рукоделия». Я дам вам ссылку, она под видео. Итак, нам понадобится какой-то наполнитель. У меня это синтепон, холофайбер, любой наполнитель можно. Сама бумага, нитки, длинная проволока для стебля, ножницы и клеевой пистолет. Берем прямоугольник 10 на 15, складываем его с одной стороны и заматываем нитками. Обмотали, теперь выворачиваем. Обратную сторону. Вот получается такая форма. Можно использовать дополнение, вот у меня зубочистки, на них удобнее. Скручивать, растягиваем посильнее, чтобы одна часть заходила за другую. Теперь немножко отогнем и склеим. Только верхнюю часть, чтобы можно было легко вынимать. Теперь аккуратненько вынимаем. Вот что у нас получилось. И уже заполняем наполнителем. Немного заполнили. Нужно дальше заклеить. Так, а теперь уже заполняем до конца, пока будет плотненько наполнено. С вот этой стороны, с разрезанной, отрезаю наискосок уголок. Вот эту срезанную часть вставляем внутрь, а вот эти края нужно просто склеить с края. Склеили. Теперь эту часть прижимаем туда же, к серединке. Вот, стараемся, чтобы была середина. И дальше уже закручиваем хвостик. Вот что у нас получилось. И одно зернышко мы делаем, не закручивая, просто вот так растягиваем. Убираем, вкладываем туда. Она большая. Так, и склеим просто, не соединяя. Также обрезаем вверху и скручиваем, как и в предыдущих. Соединяем. И вот этот один, это будет верхушка. Когда мы сделали все зернышки, мы берем проволоку или палочку, или трубочку, ну, кто во что горазд, у кого что есть. Я буду показывать на... Я нашла такую сухую ветку, она мне подходит. Теперь нужно ее обмотать этой же бумагой. Отрезаем 2,5 сантиметра тоненькую полоску и начинаем ее приклеивать и обматывать. Все, и обматываем бумагой,
чтобы получить стебелек. Самый первый мы нанизываем на палку. Сюда наносим клей. Приклеиваем. Теперь берем остальные и начинаем приклеивать с разных сторон. Швом к середине, чтобы его не было видно. Вот. Приклеили. Теперь следующее приклеиваем вот так, чуть ниже, с одной стороны и с другой, в шахматном порядке. Вот эти, затем эти. И так по очереди. Приклеивать нужно близко сюда, чтобы они друг дружки касались, чтобы они вот так не торчали. Благодаря тому, что они у нас мягкие, мы можем хорошо прижимать, чтобы они хорошо склеились вместе. И получился такой спелый пшеничный колос у нас. В конце можно приклеить вот парочку маленьких. И с другой стороны. Берем такие маленькие, делаем такие же заготовочки и приклеиваем сюда. Так, а потом можно обмотать. Вот так. Можно один приклеить, можно еще один в конце. Здесь слишком длинный носик. Нужен вот такой. Так, и этот тоже. Так. Думаю, что с другой стороны. Ну, и здесь нужно закрепить, еще обмотав. Бумагой. Все. Выбираем. Готово. Теперь делаем лист. Берем проволоку по размеру листа. Отрезаем полоску 2,5 сантиметра. Нам надо две полосы. Вот мы их растягиваем. Растянули. Теперь надо приклеить посередине проволоку. А вторую половину приклеиваем сверху. Но приклеить надо, клей наносить уже с обеих сторон. Нужно сделать это по частям. Теперь подравниваем, делаем овал с одной стороны и с другой. Дальше нам надо лист выгнуть.
приклеиваем его. Делаем второй вариант. Берем такой же лист, ну примерно, ну, здесь можно чуть уже, 8 на 15. Складываем пополам и вырезаем вот здесь полукруг и сюда выходим на нет. Вот, оставляем примерно сантиметр и сюда уходим до конца. Вот такой купол получается. Теперь растягиваем его. Растянули. Вкладываем наполнитель. Любой. Сворачиваем так, чтобы вот это свернулось, вот, соединилось в трубочку. И теперь заклеиваем. Вот такой получился конус. Теперь эту часть мы закручиваем. А здесь надо собрать вместе. Приставляем один пальчик, можно на него прям собрать. Так, собираем. Вот получается здесь. С этой стороны будет приклеено. И теперь нитками закрепляем. Все. Вот такие готовы. Такие детали готовы. Делаем их много. И также приклеиваем в том же порядке. Первый приклеиваем вверху. Теперь остальные мы можем даже не приклеивать, а приматывать. Примотали. Берем следующий. Думаю, если будет плохо, то можно всегда подклеить. Так. Красивые получаются. Продолжаем в том же духе. Кому понравилось, продолжает так же. Мне не понравилось, я переделываю. Попробуем сделать другой. Итак, мы делаем только три. Три. С разных сторон прикручиваем. Все, а теперь между ними. Вот так, в шахматном порядке будет между ними. Вот, это больше похоже. Так, прикрутили и прикручиваем дальше. Вот в шахматном порядке. Сюда. Вот что получается. Так гораздо лучше. Мне нравится так больше. Опять с этой стороны. Нитки лучше подбирать по цвету, тогда если они будут видны, ничего страшного. У меня коричневые, если видны коричневые, тоже ничего страшного. Кажется, это нормально. Кто хочет, клеит, кто хочет, обматывает. Кому как удобнее. Можно скотчем обматывать, кстати. Каждую прикреплять скотчем, если хотите. Ну, я
Два варианта пробуем. И с клеем, и без клея. И вот так по очереди в шахматном порядке мы все приматываем. Вот такой получился колосок. И здесь внизу надо заделать. Вот я оставила две маленьких. Но чтобы не было видно ниток, мы их закрываем, обматываем бумагой. Берем полоску бумаги и обматываем, чтобы ниток не было видно. Так, и сюда приклеиваем. Посмотрим, куда. Вот сюда и сюда маленькие. Вот отлично. И опять же обмотаем полоской бумаги. Итак, мы сделали два вида колосков. Вы выбираете, какой вам больше нравится. Если видео было вам полезным, то ставьте лайки. До новых встреч, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. Пока.